не стоишь той воды, что на дне бонга. Мои братья смотрят на тебя, как на подонка. Отберу твой став, у тебя на... Лучтада? I don't know, man, just do your hair. Looks good. Nah, it looks like shit. Sorry about that. Yeah, I'm sorry. It does not look good. Well, let me see yours. Oh, man. Hi, my name's Owen. Hello, guys. My name is Nikos, and nice to see you again. Oh, yeah, we're gonna listen to some Russian music today, actually, guys. It's Mr. Bob Marley. Mr. Miyagi Marley. Kind of like combination. Mr. Dr. Professor Bob Marley. You see, where I feel the music, it can be copied, you know? But that's a cool video. It's not copying it. It's the feel. You know? The Kara feel. Where you are explaining the musician. Them know it, but them can't do it. Shrine town? My congratulations. I'm gonna try. And this baby hits 88 miles per hour. You're gonna see some serious shit. Here we are. These guys keep making it better and better, right? And they're at the top of the game. They are. Yeah. Get it. Break it down for us. Yeah, oh, look at that. Look at the view. Look at the skiing. Look at the thing. I mean, it's dope. It's from the dope. Future, actually. Future dope. Yeah. It's futuristic, you know. You know? I don't know how to read it. Part of the future, you see? It's futuristic. We're going back to the future. Yeah, we can travel around. That was just there. It's America. Dude, it's cool. Yeah, that's American. We're playing all the beat bars around. That place, and that is fun. It's actually the first Radio Russian song I've ever listened to. Yeah, it's only new. Good. That was really good. Russian reggae. Yeah, my first experience. That's pretty good. Quite dope, yeah. They keep doing it, like I said before, they keep doing it like amazing. They're trying for it. They're going for it. Shooting for it. The video producer as well, he's kicking it. Нам всем кажется, что если, ну скажу, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном ключами.
I'm digging it. Государственной и обратно вряд ли пришьют уже. Руки ищут затылки над обрубками шеи. Туловище жмутся грудными клетками к стенам. Не видно из контейнера, что там с телом. Лента с монотонным гулом коробку тащит. И для тулова тоже подыщут ящик. Станет стан обезглавленным, в нем лежащие почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней. А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце ждет в инстаграме лайка от принца и ждет от черной пятницы низких цен. Нервно цокают копытцы по улице, винтят демонстрантов мальчики. Коллеги обсуждают рецепты подружки. Кишкиля? Это заблокированная телега. Она завтра купит в Меге наборчик лего для племянника на его рождение день. В наборе автозак и три человека, двое ментов на одного. Все как у людей. Все как у людей. Кишфабл, да? СМИ голосят, то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада. Звезда полосата, носата, писата. Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются софт-деп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее, бей. Все как у нагнетает, перестань. Если кипиш реально начнется, что будет, представь. Если тут минимет, так пиздуй пиндостан. Хули ты все надрываешься, в натуре достало. Дерьмо на вентиляторе, дышать не легче. Лишь охота респираторы прижать покрепче. Без тебя хватает смрада, орать легко. Все знают, как не надо, как быть, никто. Да ты что-то пиздишь, многовато нам тут. Для заложника режима, сука, с клепом во рту. Протест не в затяг, бунт в соцсетях. Пляски по чужую дудку на чужих костях. Лучше бы шишек газпромовских развлекал. По жирным заказникам в шикарных особняках. Мир однокомнатных квартир, совмещенным санузлом. Микрофон за 100 рублей, самопальное музло. Ты же выбрался оттуда, значит повезло. Так фильтру базары множь, на счету число. Уютная коробка мещанского радика. Лубочный мир, прощайте, дурака. Типичные сюжеты культуры, суррогат. Душонка по дешевке, а шкура дорога. Ну ты давай вон спроси у своих детей, где их папа нужней, в сводках новостей, чтоб ноги об него вытирать по телеку, или в коридоре, чтоб сиденье поднять у велика. Скучно что ли живется без пиздюлей, пока кормят ешь, пока поет пей. Smart lines as well. Cool. Oh man, that was a good one. Yeah, it was a good one. He sent the message. Yeah, in his onesie. Yeah. Sticking it to the man. No fuck with me. Don't mess with me. Can't play with that. He brought the noise. Noise, noise, noise. Jamming out with the boys. Living like a rock star, right? That's a sweet boat. It is. Прямо в лицо скажи, что любишь меня. Но уже так все равно. Нет времени объяснять. Меня цепляет твой взгляд. Но ты точно из тех, кому нельзя доверять. Мне пух, пух. Тебя люблю, но веду себя так, будто мне пух, пух. Потому что я люблю тебя. Слышишь, мне пух, пух. Я люблю, я люблю, я люблю тебя. Но мне пух, пух. Ах, ох. Мне пух. Pretty good, so that boat.
Я куплю твою подругу, если захочу. Поверь мне, детка, я не дам тебе сердце. Я не дам тебе сердце. Деньги, ну, может быть, чуть больше, если ты It's more like a dance one, you know, it's going to the rhythm like 666. Ah, Hell Satan. That's pretty cool. Если же, детка, ты же по-другому можешь. Потанцуй, детка, я же вижу, как ты смотришь. Rockstar Live. I think it was really funny for a certain reason. I don't know. It made me, you know, like a laugh, smile. It's like, you know, I'm gonna fuck you, don't give a fuck. So why not? Got me all hot and bothered. That was quite dope, quite cool. I love the Yoda as well, like huge as what? Твой Синбакарди, даже не знаю, что в моем спрайте. Эта сука даже не знает, что в ее спрайте. Она кричит, хватит, но мне не хватит. Я срываю с нее платье, и мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы часто впадаем в безумие. Кругом я течет куда? Течет мой спрайт, течет мой джин. Тает моих легких как дым, который я передам малышке с обложки. Мне так жарко, как будто я в самом жерле безумия. Снисходителен к жертве безумия. Хочу видеть внизу ее навык высшего уровня, словно она совершенно беззубая. Она знает, как освободить всех моих пчел из улья. Если это рай, почему я помню все, что было завтра? И не знаю, что будет вчера. Почему вся моя жизнь — это череда топ-кадров разных сортов одного дерьма? Я зажигал, ко мне нужен газ. Я NBA, мне нужен спрайт. Я Аладдин, мне нужен джин. Я B.I.G, готов умирать. Я честно даже не помню, что в моем бланте. Бомбей, тусин, Бакарди, даже не знаю, что в моем спрайте. Я даже не знаю, что в моем спрайте. He doesn't have a whole movie behind this. No. It's not his face, actually. It's not his face. Yeah, I've seen one mountain. Мы оба падаем в безумие. Безумие. Мы часто падаем в безумие. Безумие. Оба падаем в безумие. Лет 19, но пиздить, что сверху не кадзе. Я много чего видел в этой долбанной жизни, малышка. Прости, что нету. Ну, like советы не в кассу. Оцени из монету лекарства. Я мало что умею хорошо в этой жизни, малышка. Тайм, улетай, коли рай в коле. Коли мир срубил тебя под корень. Время уходить в гуляй поле. Дай волю, я бы мог тебя раскрепостить. Но тогда собирайся расти. Тебя хватит подъездного пластика. Без естественной страсти опасный пластик. По тебе крошка заметна. То, что ты хочешь делать все, что запретно. То, что с тобой не делал прошлый бофренд. А позапрошлый бофренд считал, что прошлый бофренд. Я не мог так. Что ты любить тебя в округе пришел. И за бэрия. Total bad.
ты всегда на расхват. И чё, я точно так же, мы сможем опробовать больше. Если ты самодостаточно, знай, в этом городе самодостаточное. Есть купюры в руках, не купюры в словах, для цензуры в пизду её. Я смотрю на тебя, ты глядишь на меня. Не помню, что в моем бланте. Бомбей, тусин, Бакарди. Даже не знаю, что в моем спрайте. Сука, даже не знаю, что в моем спрайте. Она пищит, хватит. Но мне не хватит. Я срываю себе платье. И мы оба падаем в безумие. Безумие. Мы оба падаем в безумие. Безумие. Мы часто падаем в безумие. They sound totally different, but they make a song like yin and yang, kind of, right? Yin and yang, like a Wu-Tang. Yeah, that was my favorite one. That was my best one until now. Apparently for the video, I mean, like, wasn't nothing crazy, but you know. I didn't see one mountain. Me I neither. Like the mountain videos. They were cool. I want to go to Russia. I'm using it now. Thank you guys for watching. Subscribe, like, share, do yeah. those things. Enhance. Enhance. Go for it.